В нашем городе вокально-танцевальные конкурсы проходят довольно часто. Они помогают раскрывать творческий потенциал детей, учат бороться и побеждать, работать над своими творческими задатками. Каждый раз, попадая на такой концерт, не перестаешь удивляться, сколько у нас талантливых детей и как уверенно они держатся на сцене. Городской конкурс детского творчества «Ступени» уже более десятилетия привлекает внимание вокальных и танцевальных коллективов, поскольку он является достаточно сильным стартом для того, чтобы заявить о себе на других престижных сценических площадках. Это развлечение, какой-то отдых, нам как-то нравится, потянуть носочек, это очень классно. Любимый танец какой? Бяки-буки. Почему? Потому что мы там энергии много, зажигательная, атаманш, там все очень классно, классные костюмы. Конечно, талантливых детей в городе Бресте становится все больше и больше. Педагоги, они как бы целенаправленно готовят детей к нашим конкурсам. Поэтому сегодня на этой сцене Центра молодежного творчества представлены лучшие из лучших. Конечно, те, которые детки не вошли в этот концерт, они тоже достойны, но, к сожалению, программа заключительных мероприятий не позволяет показать абсолютно всех детей. Несмотря на то, что участники перед выступлением волнуются, конкурсами воспринимается в первую очередь не как состязание, а как праздник, потому что это встречи с такими же конкурсантами, это сценический трепет, это продуманные образы, которые воссоздаются индивидуально. Несомненно, это еще и подведение итога длительной работы, репетиции и выступлений вне конкурса. Сцена – это когда ты выходишь и даришь всем свои эмоции, всю свою радость, все, что ты испытываешь, то, что ты можешь принести людям какую-то радость, какую-то частичку вот себя, вот что-то вот ты можешь показать вот людям. Мы выступали с песней «Перелетный возраст». Мы первый раз на этом конкурсе, на конкурсе «Ступени». Мы сильно волновались, но знали, что хорошо споем, и думаем, у нас это получилось. Судейство старалось быть лояльным и волновалось за каждого выступающего, но выбирать лучшего нелегко, особенно если соревнуются дети. К тому же, оценивая искусство, трудно быть объективным. В любом случае, для участников конкурса «Ступени» это очередная новая ступень в их жизни. А проигравших в данном случае нет. Все ребята старались, все они уже прошли волнительный путь отбора. А значит, часть победы каждому из них и так досталась.